Около 170 специалистов разного профиля выпустил в этом году Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского технического университета. Это высшее учебное заведение давно получило славу наиболее престижного вуза города. И свою значимость филиал «Восток» ежегодно доказывает одержанными победами в различных конкурсах и всевозможных проектах. В этом году у нас были весьма значительные успехи для нашего филиала. Почему? Потому что мы получили несколько грантов научных фондов, из них два гранта Российского фонда фундаментальных исследований, это раз. Мы получили грант международной программы «Темпус» еще один и подали еще две заявки. Значит, вот в рамках гранта «Темпус» у нас на этой неделе четверо наших преподавателей вернулись из Германии. Есть там такой город Висмар из Висмарского университета. Выпускной вечер сочетает в себе и радость получения долгожданного диплома, и грусть расставания с уже полюбившимся учебным заведением и друзьями-однокурсниками. И только теплые слова дорогих преподавателей и высоких гостей скрашивают это смятение чувств. Хотелось бы поздравить всех наших выпускников, всех преподавателей с нашим очередным выпуском. Пожелать им, естественно, удачи в этой жизни, устроиться, работать по специальности. Позади выпускников осталась долгая дорога к заветному диплому. Она была насыщена многочисленными лекциями, семинарами, и даже на выпускном вечере еще не все осознают, что этот тернистый путь уже пройден. Выпускной день, которого мы все ждали в течение 5 лет. Эмоции спутаны, пока еще, наверное, никто толком не понял, что мы закончили этот этап. Что особенно тебе вспоминается вот сегодня? Сегодня мне вспоминаются первые дни в институте, потому что тогда я еще вряд ли мог, как бы скажем, предугадать, что это все закончится. То есть сейчас я уже прокручиваю в голове 5 лет и понимаю, что, в принципе, было много интересного. Хотелось бы поблагодарить всех наших преподавателей за те 5 лет, которые они нам дали, передали свой опыт. Надеюсь, в дальнейшем у нас, у выпускников, у всех будет хорошая карьера, возможно, второе высшее образование, ну и счастливая семейная жизнь. Спасибо большое всем. Да, для нас институт стал своеобразной школой жизни, то есть он нам дал многое, теперь мы стали хитрее, смелее, умнее. Разделить с выпускниками радость получения диплома пришли, как всегда, их родители и друзья. Стало традицией присутствие на этом торжестве и представителей ректората главного вуза КАИ, и руководителей успешных предприятий города. Надо заметить, что многие из них являются бывшими выпускниками КАИ. Здесь витает дух авантюризма, дух облегчения, наконец-то, дух каких-то надежд появившихся. И хочется пожелать нашему филиалу, чтобы эти выпускные вечера у нас продолжались. Пожелаю вам найти себя в жизни, быть умными, счастливыми, полезными. Жизнь меняется у нас, сами знаете, очень динамично. Техника, технологии, они обновляются. Мы даже не успеваем за ними, в общем-то, привыкнуть к этим технологиям. Поэтому я бы вам пожелал, чтобы вы никогда не переставали работать над собой. Вот то, что вы научились учиться, это вам пригодится по всей жизни. Учиться придется всю жизнь, чтобы быть компетентными, чтобы быть конкурентными в наше такое сложное рыночное время. В зале культурного центра «Восток» собрались новоиспеченные специалисты таких отраслей, как приборостроение, информатика и вычислительные машины, экономика. К этой долгожданной минуте вручения диплома нынешние выпускники шли 5 лет, каждый год успешно сдавая все экзамены, зачеты, преодолевая все трудности учебы. И первыми под громкие аплодисменты из рук главы Чистопольского района Ильдуса Ахмедзянова красные дипломы получили 8 выпускников, добившихся отличных успехов в учебе. У меня нет сомнений, что в нашем филиале КАИ вы получили самые глубокие профессиональные знания, потому что в профессионализме состава нашего филиала у меня лично нет сомнений. И ребята, пока были в стенах КАИ, та дружба, которая она завязалась, она, я бы очень хотел, чтобы она прошла с вами на всю жизнь. Вот и прилетели эти чудесные 5 лет. И теперь я могу с уверенностью сказать, что это были самые счастливые 5 лет нашей жизни. Теперь мы можем спокойной душой сделать следующий шаг, который перенесет нас из жизни студенческой во взрослую жизнь. И мы можем пообещать вам, что мы
сделаем все возможное, чтобы вы о нас еще услышали и с гордостью сказали: да, это наши студенты. В этот день в торжественной обстановке вручали не только дипломы. На сцене также были награждены выпускники, написавшие лучшие выпускные квалификационные работы, и ребята, которые принимали активное участие в жизни университета. Традиционно в честь выпускников был устроен праздничный концерт.